Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства транспорта Российской Федерации. Обсуждали итоги работы министерства за прошедший год, цели и задачи на плановый период до 2018 года. Свою миссию Минтранс России видят в содействии экономическому росту и повышению благосостояния населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам и превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество. О том, что уже удалось сделать в этом направлении, что еще необходимо, рассказал руководитель ведомства Максим Соколов. Ключевым направлением деятельности оставалось приведение федеральных автомобильных дорог в нормативное состояние. И в прошлом году протяженность дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, была увеличена более чем на 5000 километров и составила около 64% от общей протяженности. Безусловно, улучшение состояния федеральных трасс стало возможным благодаря дорожным фондам, которые позволили увеличить объем финансирования дорожного хозяйства из федерального бюджета. Начиная с 2014 года впервые финансирование ремонта и содержания федеральных дорог было осуществлено в полном объеме, в размере 100% от нормативов. Надеюсь, что данный подход к финансированию позволит в 2019 году привести все федеральные дороги в нормативное состояние.